Два жителя Камчатки, внесшие большой вклад в развитие краевой столицы, стали почетными гражданами Петропавловска. Этого звания удостоились преподаватель физического воспитания Камчатского политехнического техникума, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Леонид Васильевич Копанев и заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран труда и спорта, лауреат премии Новограбленного Станислав Васильевич Кожемякин посмертно. Леонид Копанев родился 28 июня 1933 года. Занимал должности преподавателя физвоспитания, руководителя физвоспитания, старшего преподавателя кафедры физвоспитания. С октября 1993 года и по настоящее время работает преподавателем физкультуры в Камчатском политехническом техникуме. Леонид Васильевич посвятил всю свою жизнь развитию физической культуры и спорта в Петропавловске. И за это его называют патриархом камчатского спорта. Станислав Васильевич Кожемякин – заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран труда и спорта, лауреат премии имени Новограбленного. Он родился 7 февраля 1934 года и ушел из жизни 14 июля 2009. Проработал учителем физической культуры более 50 лет в средней школе номер 4 имени Горького в краевой столице. Станислав Васильевич был опытным, увлеченным, творчески работающим педагогом, прекрасным организатором, учителем, посвятившим своим ученикам всю жизнь. Благодаря его незаурядному педагогическому таланту, преданности спорту, был создан школьный спортивный коллектив, который по праву считается одним из сильнейших в городе. Нагрудный знак, свидетельство и ленту почетного гражданина Станислава Васильевича Кожемякина вручили его дочери Галине. Напомним, в почетных жителей краевой столицы по доброй многолетней традиции посвящают 17 октября, в день рождения Петропавловска.